Добрый день, вернее, добрый вечер, кому-то уже может быть ночь, дорогие друзья, и действительно, сейчас начинаем. Я вначале вам, даже знаете, как мы сделали, обычно я включаю презентации, ну и рассказываю какую-то тему. Сегодня я хотел бы много тем сложить вместе, постараться это сделать не сумбурно, а очень даже четко, чтобы вы, а многие впервые меня смотрят, как бы представили картину вообще человека и мира, ну, как сказать, нашего внутреннего, по крайней мере, наших процессов, которые идут абсолютно определенным образом, а не так, как мы с вами хотим. Вот чтобы вы понимали, как это происходит, эта лекция этому и посвящена, я надеюсь, она будет вам очень поучительной и полезной. Начну я с общих вещей по теме, а какие причины, собственно, вызывают болезни, то есть группы факторов, главный из них по питанию, хотя не только он один, мы разберем чуть подробнее, я разберу потом. Я расскажу вам о бронхолегочных, ну вот сейчас осень, поздняя зима, что называется, не за горами, и вот эта проблема актуальна, я о ней поговорю, то есть какие травы, комбинации трав я могу порекомендовать при бронхитах, прочих проблемах. Далее. Немного я коснусь темы паразитов, она сейчас очень актуальна, особенно вот осенью и весной, я поясню. Ну и буду отвечать на ваши вопросы в конце, поэтому начнем. Что ж, презентацию единственную я вам потом покажу, кое-что по паразитам, потому что это будет, ну, кстати, тут нужно наглядное пособие, что называется. А пока абсолютно обойдемся без пособия. Итак, слушайте, пожалуйста, внимательно. Значит, проблемы со здоровьем были и раньше у людей, и в прошлом, и позапрошлом веке. Можно почитать наших классиков, и от водяной так называемой, то есть от рака там определенного умирали люди очень часто. Но, правда, я скажу, не в среди крестьянства в основном. Проблемы автоиммунного характера, вот таких серьезных обменных нарушений, это в основном среди дворянства. И это, конечно, было связано с неправильным абсолютно образом жизни, когда ночью надо спать, а не по балам, шампанское, где в народе, конечно, этого никогда не было, только труд физически тяжелый на земле. Ну и, конечно, питание, где все было вареное и жареное, из земли, простая пища была для дворянства уже, так сказать, пройденным этапом. И, конечно, все это приводило к болезням. В наше время добавились новые факторы. Это электромагнитные источники излучений. Это сотовые телефоны. Не дай бог Wi-Fi, отключайте их, пожалуйста, если поподробнее захотите, в конце расскажу. Значит, конечно, это различные химические вещества, которые применяются в аграрной промышленности, в аграрной сфере, вернее, да, в химической вот этой индустрии производства. Это, конечно, и химсредства обработки санузлов, ванн, кухон, там, сказать, хлорсодержащие препараты, это вода, которая из-под крана хлорированная и так далее. Ну, в общем, это очень много факторов. Я скажу сейчас кратко о них, а подробно, кто захочет, я хочу вас отправить к моей лекции вводной, которая называется вот как раз «Причины болезни и адекватное человеческое питание». Ну, или вот 9 групп причин факторов болезни. Есть такая лекция в Ютубе, у меня можете найти. Значит, вот эти факторы важны. Они уменьшают жизнь, сокращают, потому что они объективны, они действуют на клетку, это яды, ядовитые вещества, добавим к этому гормоны различные, ну и тем более пищу, которую если человек ест, а тем более если он ест пищу так называемого животного происхождения, то есть мясо, и вот это если еще выращено на, сказать, гормонах, а тем более на генномодифицированной сои и кукурузе, которые входят в обязательном порядке в состав комбикормов, которые на птицефабриках используются, рыбоводческих хозяйствах, ну и даже крупного рогатого скота. Европа, США 98% генномодифицированной пищи. Если вы хотите разобраться в этой теме, то ведь сейчас успокаивают народ, некие такие умники, в Ютубе уже есть ролики, где, мол, все это ерунда, ГМО чуть ли не полезно, но это вот, либо, знаете, конченые дебилы, извините за грубость, либо враги народа, просто предатели. Есть такие ребята, ну, к примеру, для того, чтобы вы, если хотите погрузиться в эту тему, изучить достаточно быстро и очень полно, найдите, давайте разберемся с ГМО, просто потом в интернете наберете, в поисковиках, давайте разберемся с ГМО и аудиозаписи, там штук 7 их или 10 прослушаете, и у вас будет картина от исторического момента, аспекта до достаточно серьезных медицинских. Я же тоже проводил эти опыты, к сожалению, совершенно случайно, когда у меня было очень серьезное аквариумное хозяйство, и я занимался в том числе разведением редких видов пресноводных скатов,
генетическую, так сказать, селекцию вели, новые виды я впервые в мире некоторые получил, ну, гибриды, а некоторые виды развел, например, оторога ягуаров. И так далее. Вот. А, то я заметил тоже, что и получали ученые наши отечественные некоторые, например, когда кормили колбасой крыс, которая, конечно же, в составе которой была геномодифицированная соевая мука. Но об этом сейчас не будем говорить, то есть факторов много. Итак, питание, конечно, это главный. Но давайте разберем два важных момента. Видовое питание, что такое? И что такое адекватное питание? Давайте видовое. У каждого вида животного на нашей планете совершенно есть свой определенный вид питания. И спросить любого зоолога, а кто, скажем, вот по типу питания, олень, лось или там назовем любое животное, ученые, ну, специалисты скажут сразу, да, животное ест только-только это. Если это млекопитающее животное, то до определенного периода в жизни мать кормит маленькое животное молоком, а потом без единого исключения всегда маленькое животное любого вида переходит на видовое питание, то, которым питались его родители и все в поголовье, так сказать, предки за тысячи поколений. Правильно? Правильно. И только мы, люди, говорим «все полезно, что в рот полезло». Вот эта пословица идиотская. В основном народные русские пословицы, они мудрые. Это, скорее всего, конечно, никакая не народная, а это глупость, потому что такие, например, пословицы, как «щи да каша, пища наша», вот это есть определенная мудрость, или проще пареной репы и так далее. А вот это уже позднее, так сказать. Ну, это такое же извращение, как какие-то попытки оправдать в обществе, в народе наличие алкоголя и так далее, вот эти шутки и так далее. Это неуместно, конечно, когда разговор серьезный. Значит, смотрите, по питанию адекватному. Что же является адекватной пищей для человека? По нашим всем морфологическим, то есть внешним особенностям, по анатомическим, как устроено наше все отделы желудочно-кишечного тракта, какие там выделяются, куда ферменты, так сказать, начиная от ротовой полости, где, например, амилаза, птиолин, то есть это слюная амилаза, такой фермент вырабатывается, который расщепляет углеводы. И вот мы дальше все рассматриваем и рассматриваем. У меня есть лекция отдельная, подробная по пищеварительной системе. Так вот, и плюс мы, если берем биохимические все процессы, то есть с точки зрения биохимии, внутри клетки, как все происходит, мы с вами плодоядные существа. Никакие не травоядные, никакие, разумеется, не хищники, никакие не всеядные, потому что условно всеядными – это чистая, знаете, философия, а вернее трипология. Можно назвать там даже вот олени, которые на севере обитают, они травоядные, конечно, но они едят ягель, хотя этот ягель, мох, они, так сказать, это основная пища, но не только его, но могут и лемминга съесть, когда будут умирать от голода. Но они от этого не станут всеядными. Поэтому давайте так, то, что нам в рот полезло все, не будем вот глумиться над разумом человека, посмотреть на себя в зеркало. И насчет всеядности больше не говорите. Вы тоже не медведь, не кабан, вы не можете проткнуть там клыками кого-то, задрать и кинуть в сторону, ни сил не хватит, ни механизмов нет, также ноготков, то есть когтей нет, а ногти. Ну и, соответственно, фантазировать давайте не будем. Просто я понимаю, кому-то хочется, мало ли что хочется. Мы же с вами все-таки люди разумные. Давайте, если мы будем себя таковыми считать, называть, тогда и мыслить будем адекватно, а не так, как до определенной поры у нас логика идет, а дальше все заканчивается, начинается безумие и в попытке, так сказать, оправдать любыми средствами свои привычки пагубные, пристрастия, потакая своим желаниям, в ущерб здравому смыслу. Так нельзя делать. Значит, теперь давайте поговорим. Итак, плодоядные. Что значит плоды? Плоды – это как бы концентрат энергии Солнца, минералов Земли, которые создаются в биосфере как самый идеальный, первичный источник концентрированной энергии, который накапливается в теле растения в виде самых концентратов. И в дальнейшем по всей цепочке пищевой цепи, пищевым сетям, это в экологии есть такие понятия, да, вот продуценты, есть такие организмы, которые образуют первичное органическое вещество. В основном это растения, хотя там есть и химобактерии, но растения в основном. Дальше идут консументы, так называемые потребители. То есть первого порядка – это те, кто едят растения, примитивно говорю. Второго порядка – это кто ест тех, кто ест растения, то есть это уже хищники первого порядка, и консументы третьего порядка, и так далее пошло. Замыкает это круговорот веществ в природе редуценты, то есть разложители. Это бактерии различные, грибки. Когда дерево падает, животное умирает, если оно не съедено, его разлагают бактерии, грибки. И все эти питательные вещества, минералы, идут в почву, где корневая система растения вместе с водой опять впитывает свое тело и в
процессе фотосинтеза, то есть образования органических веществ на свету, как мы учили все в школе еще с вами, да, в хлоропластах растений, в зеленых вот этих пластинах идет процесс фотосинтеза, результатом которого идет образование сложных органических веществ, жиров, белков, углеводов, которые в самом высоком концентрированном виде накапливаются именно в плодах растений. И вот мы, люди с вами, дорогие друзья, кстати, кто-то, может быть, из вас религиозный, но до сих пор, ну, допустим, кто-то христианин, себя считает таковым, предположим, я говорю. И если вы при этом едите мясо, ну, как бы это мягко сказать, я не буду говорить, что это шизофрения, но то, что это раздвоение, точно. Конечно, это может быть вызвано абсолютным незнанием, невежеством. Вы, может быть, скажете насчет там священников или где-то, которые вам вот это вот Писание, так сказать, Евангелие как-то интерпретируют. Вот не нужно интерпретации, я как-нибудь об этом обязательно... Вот меня слушает огромное количество, знаете, так получилось, я сам не знал об этом, огромное количество священнослужителей. И на Афоне, кстати, туда мои лекции брали по... вот мои инфопродукты по органическому земледелию написали тоже благодарственные письма. То есть я много тем веду разных, но все это с живой природой связано, потому что я понимаю, как устроен мир вообще в целом, все их связи. Поэтому как я и там не только биолог, и геолог, и десятки наук изучал, я экологию как отдельную фундаментальную науку, кстати, без изучения которой не поймешь вообще, как устроена жизнь на Земле, что такое биосфера, да? А без этого не поймешь, что такое ноосфера, например, учение Вернадского о ноосфере. Вот, понимаете, это звенья одной цепи. Почему я за академическое образование? А вот то, что сейчас готовит узких специалистов, это для того, чтобы человек вообще, неважно, кто он по профессии, вообще ничего не знал о мире, в котором он живет. Понимаете, это большая беда. Академического склада и знаний ученых, специалистов сейчас практически не готовят. Это будут только какие-то Ломоносовы пробиваться, то есть один на миллион. Это вот большая беда. Ну, отвлекся. Так вот, значит, вот это вот органическое вещество в процессе перехода вот от первого порядка ко второму потребителей уменьшается количество энергии на каждом уровне. То есть самая первичная, ценная энергия – это, конечно, та, которая ближе к Солнцу. Это те самые плоды. Вот в любой религии изначально были знания, какие давалось, что райский сад, помните, чем питались люди? Плодами. Возьмем, так сказать, кто не религиозный, но, скажем, изучает древние знания, вот, допустим, Пифагор о чем писал? О том, что была Арктида, Гиперборея, то есть там, где предки всех славяно-арийских народов, откуда выходцы, о сверхцивилизации. Чем питались люди, он описывает там? Только плодами. И это естественно. А мы, если мы говорим, что питаться только плодами, как питались? Что, их варили, жарили? Давайте подумаем, что такое теперь вот как раз адекватное. Итак, видовое питание понятно, а вот адекватное питание. Вот я имею в виду жареное и вареное. Это адекватно? Нет. То, что мы привыкли или наши бабушки, дедушки жарили, варили и вроде ничего, это же не значит, ну, по крайней мере, для разумного человека, что это естественно. Это было, факт. Но то, что было, не значит, что это нормально. Вот вы немножко вот это вот подумайте. То есть не... А еще раз, не идите на поводу у попыток оправдать то, что вы хотите оправдать. Давайте вот критически мыслить. Всегда надо мыслить критически, беспристрастно. Предусмотрела ли это природа или боги, бог, кто во что верит? Есть ли это в природе? А ведь поймите, все биохимические процессы у любого животного и у человека, как тоже биологического объекта, по одним и тем же законам идут. И, например, процесс биосинтеза белка, репликация ДНК, неважно, любой процесс, он идет что у мышки, что у таракана, да, что у нас абсолютно одинаково. Деление клеток, процесс митоза, бесполого деления клеток, или полового, мейоз процесс, да, идет то же самое, как у низшего животного, так и у высшего. Вот если вы сейчас поймете, что это факт, а это биологические основы, просто без которых цитологии, да, дальше некуда идти, я поражаюсь, это, знаете, как у Пушкина, учился чему-нибудь и как-нибудь. Вот научился, а потом прокатился через матрицу вот эту вот догм, стереотипов и верований и вышел уже со школьной скамьи или с институтской глубоко верующим человеком в то, что любимая сосиска или котлета на плите – это человеческая пища. Ну, начнем с того, что это вообще уже не мясо. Кто считает это мясом? Жареный стейк, товарищи дорогие. Ну, можно назвать и мясом. Какая разница, как ты яхту назовешь, так она и поплывет, что ли? Нет, в природе не так. В природе есть, как бы сказать, вот реакция антиген-антитела, да, есть такая, например, когда в кровь, например, в организм, в кровь именно, да, попадает высокомолекулярный белок, чужеродный белок, цельный,
И он, любой чужеродный белок для организма является антигеном. Моментально иммунная система вырабатывает огромное количество лейкоцитов, Т-лимфоцитов, макрофагов, различные клетки иммунной системы, которые должны уничтожить чужеродный белок и вместе с ним погибнуть. В результате гибели которых двух белков образуются трупный яд и гнойные токсины, это кадаверин, путрисцин и прочие токсичные вещества, которые должны вывестись из организма, но беда в том, что в полной мере они не выводятся, тем более у современного человека. А теперь вот смотрите, какая штука. Значит, реакция, спрошу я вас, вот распознавание чужеродного белка идет как? На название, которое человек придумал, или на структуру? Разумный человек ответит, ну, конечно, на структуру, мало ли как что назвать. Правильно? Так вот, вирус попал в организм, бактерии или грибок, низшие грибы, микромициты, плесневые, дрожжевые, я имею в виду, они белковой природы имеют. Этот белок чужеродный, у нее своя задача выживания у данного вида. И если в организм к нам попал патогенный для нас белок, то есть тот белок, который, я подчеркиваю, не в нашем организме образовался, я говорю сейчас, еще раз подчеркну, не в желудочно-кишечный тракт, понятно, там они все чужеродные попадают, там потом растворяются, процесс идет переваривания, обработки ферментами и так далее. Я говорю в кровь, если, а в кровь, если цельный, через все барьеры пройдет животный, ну не только животный, там еще соя, так сказать, сложные белки тоже достаточно, но тем не более любые высокомолекулярные белки, то реакция будет что на вирус, что на грибок, что на бактерию, попавшую в кровь, что на любой белок, съеденный, например, куриной ножки. Одна и та же реакция – это антиген, антитело, распознавание свой-чужой путем фагоцитоза, поглощения и гибель двух белковых тел. Так вот, кто ест мясо, молоко, так сказать, яйца, творог и так далее, в организме образуются миллионы, сотни миллионов порой в день вот таких погибших белковых тел, и образуются гнойные токсины, трупный яд. Об этом чуть дальше я скажу. Но сейчас вот о чем нужно сказать, что мы же про название говорим. Так вот, мясо. Давайте не называть мясом то, что прошло термообработку. Потому что это уже аморфная такая структура бывших белковых тел. Мясо – это мышечная ткань трупа убитого животного, с которого капает кровь. Это мышцы разрезанные, это вот мясо. Если оно сгнило, это уже не мясо. Если оно сжарилось, это тоже уже не мясо. Поэтому люди едят не мясо. Но если едят, то знаете, что будет происходить. Кто-то начнет придумывать, оправдывая себя, то, что вот дедушке 95 лет, да еще и пил, курил. Ну, вы-то не проживете уже столько. Извините, факт, генетика уже изгажена. На втором-третьем поколении от начала массового потребления алкоголя, так сказать, 60-х годов, минимум по 20 лет вышибаете на каждом поколении. А сейчас сплошь и рядом 25-35 лет морды в салат умирают от инфарктов. И это естественно. А кто начинает пить, курить, да еще лет с 13 там, и так далее, так еще меньше живет. Поэтому вот давайте забудем про бабушек, дедушек, которые для вернее так, для глупых людей скажу, кто не понимает. Если бы ваша бабушка, дедушка не ела бы мясо, а в основном и не ели, кстати, тогда, ну ладно, там тяжелые голодные годы, да и крестьяне, в общем-то, и не ели практически. А кто христиане, тем более не ел, кто серьезно соблюдал пасты, их вот больше 300 дней в году. Кстати, мне священники, знаете, что вот я забыл, я обязательно сделаю видео, мне один из них из Австралии, ну, православный священник, прислал, но он приезжал ко мне там по консультации по здоровью, и он мне прислал аналитику по Библии в плане, там, по-моему, как раз мясо, ну, неважно, там две проблемы, да, вот эти споры идут про алкоголь и про мясо. Скажу вам только наперед одно, что я знаю абсолютно точно, и что не противоречит здравому смыслу, что самое главное. Если вы считаете свою религию, ну, кто во что, или Бога, олицетворением добра, идеалов, ну, всего самого лучшего и светлого, то подумайте хотя бы вот что. Не противоречит ли это, то есть добро, абсолютному злу, и невозможно сопоставить добро со злом воедино, если вы считаете, что вам Бог или кто-то разрешает пить, курить или убивать и потреблять трупы животных в пищу. Это противоречит здравому смыслу, если только это не что-то сатанинское, ну, условно говоря. И вот разумные люди, кстати, многие те же монахи серьезные раньше, они же не ели никто мясо, ну, от Серафима Саровского и так далее, да. И сейчас очень многие понимают, прозревают, ну, а дальше кто люди понял и прозрел, меняют очень многое и в себе, и в мире, и помогают другим, ну, то есть совершенно другими глазами смотрят на мир и уже по-другому живут,
начинают понимать цели и задачи реальной жизни человека, что не просто прожить жизнь для себя, как говорят, в свое удовольствие, а что-то, нечто большее сделать. Вот. Значит, теперь вернемся далее. Значит, если все-таки белок попал, высокомолекулярный, произошла реакция антигена антитела, яды, токсины образуются. Частично их выводят наши системы, лимфатическая, через кожу, через кишечник, вовне. Но часть остается и накапливается в организме. И, а если люди тем более воду не пьют, чай, кисель, компот – это не вода, дорогие друзья, тем более кофе. Только вода является растворителем, растворитель. А если между молекулами воды уже что-то растворено, ну, например, какие-то экстракты, суспензии и прочее, то тогда это уже раствор. А нам нужен растворитель, вода. И поэтому не только вода, еще она свойствами определенными обладает. Но это же отдельная тема. Посмотрите у меня, категорически вам настоятельно говорю, лекции о воде и аналитику о воде и о приборах по воде. То есть, продолжая эту тему, как же нам тогда изменить свойства воды, те, которые нужны. У нас же в клетке определенные свойства. ОВП минус 80 милливольт, объем мы плюс 200 из-под крана. И вода в таком случае работает как свободный радикал, разрушая клетки. Вот об этом во всем посмотрите отдельно. Итак, это очень важный фактор здоровья – вода. Но тема колоссальная. Я лекцию читал 4,5 часа высоким темпом про эту тему, поэтому сейчас, конечно, мы не будем касаться, но наметки я вам дал, чтобы вы изучили этот вопрос. Теперь, значит, и вот, поскольку не хватает воды, много других факторов воздействия на организм, свободных радикалов, токсичных, воздух грязный, если в городах живете. То есть чем больше факторов воздействует отрицательных, тем хуже для здоровья человека. Это вполне понятно. И изгаженная генетика, скажем так, то есть резерв организма, который гораздо меньше, чем у наших прабабушек и прапрадедушек. И вот по всем этим факторам и по другим, у нас сейчас потенциал жизни ниже у современных людей. Поэтому нам надо ценить, как говорится, и учитывать каждый фактор в нашей жизни. Вот, например, спим мы как? А вообще надо, знаете, как спать? С 11 часов вечера до 2 часов, ну, 3 часов утра, так скажем, должна быть глубокая фаза сна, потому что именно в этот момент вырабатывается гормон мелатонин, который не только детям нужен, чтобы расти, учтите, родители, а еще это противораковый гормон очень серьезный. И вот если мы этот фактор не учитываем, десятки других маленьких факторов, казалось бы, то мы в свою копилку болезней как раз прибавляем бонусы, а это плохо. Так вот, надо учитывать их все. Еще раз, в своей лекции, где вводный, который идет 4-4,5 часа, любая, у меня их 3-4 таких вводных, то есть про первопричины болезни, прочь, я там подробно все это рассказываю. Но подчеркну лишь то, что спать надо при полной темноте. Гормон мелатонин не вырабатывается, если с окна лампочка горит, вам светит в окошко. Имейте это в виду. Мало ли, что дети хотят, кричат, не потакайте этим безумием, спать при свете. Это будет плохо. В крайнем случае, дождитесь, уснет и выключайте, если вы не враг своему ребенку. Это не мелочи, это очень важная вещь. Теперь, что касается дальнейшего. Итак, яды, токсины откладываются во всех полостях организма, в нижних долях легких, в гайморах и прочих пазухах, где уже головной мозг близко, а это опасно, потому что может быть токсикоз головного мозга. И, кстати, причина эпилепсии – это аминотоксикоз головного мозга, имейте это в виду, и лечебным голоданием, так сказать, лечится или корректируется, по крайней мере, шизофрения, эпилепсии, это как минимум. Я говорю, конечно, об идеальном образе жизни и питании, к чему мы должны стремиться, если мы хотим без практически вложений финансовых, без проблем страшных, операций, проблем другого характера решить вопрос со здоровьем. А это все объективно. Вы знаете, тысячи людей прошли через, вот скажем, мою аналитику, и я вижу, как все то, что объективное, оно всегда работает. Ну, к примеру, вот была на днях, сегодня у нас что, вторник, а вот в субботу была ярмарка. У нас по Москве проводятся ярмарки такие веганские. Это ярмарки здорового образа жизни. Кстати, каждую последнюю неделю, ну, месяца, последнюю, субботу, воскресенье, проходят они. Следите за моими объявлениями, приходите. Вот пришла женщина с мужем, значит, молодая пара, они 2 месяца принимают те грибные препараты, что я им, ну, просто в голову пришло, я вам рассказываю, это постоянно так. Я им порекомендовал, они начали принимать курс питания, изменить, ну, там скорректировали, да, по минеральному составу, витаминному. А там была киста яичника 3 сантиметра в диаметре. Через 2 месяца всего лишь, 1,5 уже. И это объективно. Или, скажем, диффузный зоб. Приходит муж, мужчина, говорит, у моей жены 6 лет, врачи ничего не могли сделать, и диффузный зоб – это щитовидка проблема, и только от фукуса нашего.
То есть они, конечно, изменили питание, но стали принимать фокус. А это набор всех микроэлементов и макроэлементов в хелатной форме, то есть в органической форме, что в колоссальном дефиците у каждого человека есть в любом случае. Не кремний, так хрома, не хрома, так йода и так далее, селена тем более. И вот вы знаете, что за 2 или 3 месяца, сейчас не помню, но не более 3 точно, прошел диффузный зоб, который 6 лет не могли вылечить. И вылечили-то как? Без операции. А почему? А потому что Гиппократ еще говорил, что пища – это и есть лекарство, а лекарство – пища. Но мы, дорогие друзья, в своей жизни пищу нормальную в сторону отбросили, землю уничтожили, уже в ней нет минералов, микро, по крайней мере, элементов, всех тех, которые должны быть, и по табличкам когда-то были рассчитаны. Это же колоссальная беда. Мы повернулись задницей к природе, а не лицом, и природа нам дала пинок, совершенно заслуженно. А мы грешим на что угодно, но только не на себя. Отсутствие знаний-то ведь от ответственности не освобождает, говорят, вот отсутствие, как это там говорит, незнание законов не освобождает. Ну, порой освобождает кого-то. А вот уж незнание законов природы точно никого не освободит от ответственности. Это надо иметь в виду. Так, хорошо. Значит, вот смотрите. Итак, факторов много влияния на здоровье наше с вами. Питание главный. Я, конечно, в идеале говорю, да, надо переходить на живое, адекватное питание. А живое, адекватное питание – это сыроедение. Ну, можно его называть сыроедением. Есть разновидности, моносыроедение, когда только один продукт, не смешиваясь с другим. В этом есть логика, не буду сейчас говорить, потому что наверняка кто-то из вас знает, а в моих лекциях вводных там все это я подробно говорю. Фруктоедение и так далее, это все идеально. Не каждый человек, перейдя на сыроедение, сразу получает результат положительный, потому что люди проносят из прежней своей жизни в новую проблемы свои, хронические болезни, гормональными системами, там, с эндокринами, с прочими. И вот, естественно, иногда эти болезни при очищении, при изменении биохимических процессов дают результат такой временный, как кризы, как проблемы, обострение болезней. Это естественно. Но, значит, если у человека нет особых болезней серьезных, легко можно. Я, например, когда переходил на сыроедение, а я уже 6 лет на чистом сыроедении, естественно, больше лет на веганстве, так вот я никаких проблем не испытывал. Более того, я не проходил никакие очистительные голодания, хотя они абсолютно разумны, они полезны и должны быть. Но я хочу вам так сказать, голодание категорически я не рекомендую длительное, не 1-2 дня, не про это речь, а про 20 дней, более 10 даже. Если вы не прошли антипаразитарную программу, я в обязательном порядке вкратце вам расскажу чуть позже про паразитов, потому что, понимаете, это вот многие люди имеют проблемы, и врачи не понимают, и сами люди не понимают, а в чем же причина. Причины разные, но одна из причин, а первая причина, я сказал, всегда одна, это накопление гнойных токсинов, трупных ядов. И мы, если мы говорим об онкологии, кстати, скажу пару слов, у меня есть несколько лекций, кому это важно, посмотрите, я там всю аналитику даю, все теории, которые были раньше, сейчас есть, разбираю, анализирую. А сейчас я вам скажу лишь то, что первая причина – это всегда накопление гнойных токсинов, трупных ядов, накопление их в клетке в виде там консерватов, то есть мешочков с гноем. И это влияет на даже передачу информации наследственной, это влияет на вот это веретено деление, то есть на процесс митоза, на удвоение, репликацию клеток, когда ошибки накапливаются. И вот эти ошибки потом приводят к тому, что развиваются аномальные клетки, как раз раковые. Но вторичная, то есть причина, это уже грибки. Грибки микромицеты, дрожжевые, плесневые грибы. Мы об этом обязательно сделаем с нашими вот организаторами. Отдельную, я думаю, мое выступление. Но я вам лишь хочу сказать то сейчас, что вы можете и до этого посмотреть мои лекции именно по грибкам и по онкологии. Значит, а теперь я перейду, наверное, к паразитам. Я расскажу об этом, а дальше о простудных, вот то, что еще обещал. А сейчас поэтому мне придется включить презентацию. Я сейчас это быстренько сделаю, и много времени у нас это с вами не займет. Я хочу буквально ее быстро пролистнуть, сейчас я вам на начало. И давайте вот о чем я вам скажу. Говоря о паразитах, я хочу сказать, чтобы у вас была биологическая грамотность. Пару слов. К паразитам вообще-то. Только не к паразитам, а к паразитарного рода, как говорится, типа животным вообще относятся и гельминты, то есть настоящие паразиты, это как раз черви, вот эти паразиты внутренние наши с вами. И это и грибки, и микромициты, дрожжевые плесни, это вирусы, то есть там папиллом вирусов, Эпштейн-Барр, понятно, там, значит, это простейшие
Это, разумеется, ну, такие как лямблии, например, да, там хламидии, это вот одноклеточные простейшие. Но это, конечно, ракообразные различные, есть и в них паразиты, паукообразные клещи те же, да, понимаю, и насекомые, которые тоже передают укусом, например, тот же муравей, как, извините, этот, как его, москит или какой-нибудь там комар, передает инфекции очень серьезные порой. Ту же малярию, ну, это вы знаете. То есть вирусы, грибки, бактерии, это мы отдельно. Я говорю сейчас про паразиты, потому что, говоря о вирусах, грибках, бактериях, огромную роль в победе над ними играет наш иммунитет. А с паразитами, дорогие друзья, внимание, да, есть иммунитет, крепкий он, не крепкий, никакого значения не имеет. Потому что паразиты, это гельминт, вот эти круглые ленточные плоские черви, это многоклеточные существа с очень плотными внешними оболочками защитными. На них практически ничего не действует, ни кислая среда, ни щелочная, но только лишь в какой-то мере. И заразиться ими очень легко через наших домашних животных, через корма. Зерно провозится, в амбарах лежит, мыши бегают, мыши переносят, например, крысиный цепень, так называемую болезнь серьезного паразита. Рыбу, кто ест, соответственно, через них опистархоз, ракообразных, например, клонархоз, так называемый, кстати, которые живут очень долго в организме. Вот они передаются как через колодец, через немытые продукты, которыми поливают из реки, либо откуда-то удобряют навозом крупного рогатого скота, там полно паразитов и так далее. Почему я в своих лекциях по органическому земледелию, посмотрите, кого эта тема интересует, объясняю, как создать более плодородную почву и даже быстрее, не используя навоза никакого, а используя растительные определенные остатки, но это не только ваши со стола и камыши и прочие перерубленные деревья или какие-то маленькие веточки из леса и так далее, и так далее. И что такое микоризы, симбиотические отношения почвенные, то есть все подробно объясняю. Вот тут как раз наука экологии дает огромные подсказки. Ну а так вот, пожалуйста, и все. Человек является и промежуточным, и конечным хозяином для многих паразитов. А на что же влияют эти паразиты? Вот, то есть вот какие проблемы от них? А вот колоссальные проблемы. Как бы вам сказать? Давайте начну с приспосабливаемости. Какие у них свойства есть, которые помогают им в организме приспособиться? Некоторые, кстати, живут очень долго. Апистархоз до 40 лет. Поэтому человек мог перейти на, допустим, сыроедение веганство 20 лет назад, но у него в печени до сих пор есть, например, апистарх, и он питается клетками печени, кстати, разрушая. Ну, как вы думаете, питательные вещества уходят, дефицит вы получаете, а значит, что потенциал жизни уходит? И вот это очень важно знать. Наперед скажу, не пугайтесь, паразиты. Есть методики, они выгоняются из организма, только важно их не убить в себе страшными препаратами, типа вермокс декарис, которые разрушают печень, кстати, приводя к раку печени, к раку крови. Это страшно токсичные вещества. А природными? Ну, как вы думаете, в природе есть все? Ну, если есть живые существа, и они живут, и виды существуют, так не погибают. Но только по вине человека, это уже другой вопрос. Значит, в природе все сбалансировано. Значит, есть, как говорится, антидоты. Есть лечебные вещества? Ну, конечно, есть. Было бы глупо представить, что не было бы. А теперь вопрос. Какие-нибудь ученые-академики могут быть умнее природы? Или Бога, кто как хочет? Ну, конечно, не могут. А значит, не надо умничать, и просто надо не... Нет, ну, кто хочет, может, химические препараты. Мое дело, как говорится, предупредить. Так вот, в природе есть все. Об этом я как раз все рассказываю в своих лекциях. Теперь смотрите. Многие гельминты, которые попадают в пищеварительный тракт, они выделяют как бы антиэнзимы, да, значит, это их спасает от гибели и в процессе пищеварения, кстати, который нарушается в результате некоторых паразитов. Появляются тяжелые токсические аллергические реакции, крапивница, там, бронхиальная астма, атопический дерматит. Дорогие друзья, если у вас, у ваших детей или у вас есть эти болезни, а врачи вам, как говорится, не заставили пройти обследование на паразитов или не предложили антипаразитарную программу, то это вообще профнепригодность. А диагнозы сами по себе, они недействительны. Имейте в виду. Стайная, как бы бывают разные стадии развития, личинки, яйца. Это вот есть как раз на схемах вот здесь представлено. Вот где обитают, в каких частях органа разные виды паразитов. А как они в организм попадают? Ну и, кстати, да, очень важно, что иммунный ответ никакого значения не имеет, потому что, еще раз говорю, это не одноклеточное существо. Имейте это в виду, это очень важно. Значит, яйца паразитов сохраняют жизнеспособность очень долго, от 6 и более месяцев во внешней среде. И поэтому собака погадила, извините, допустим, в песочнице дети играют весной, все это растаяло, майский ветер все разнес, а вы дышите, проходите, ребенок, вы и яйца паразитов вдыхаете, например, таксокара собачья, аскорида так называемая, возникают очень серьезные проблемы в связи с этим.
Контактно-бытовой способ получения их есть, есть, когда члены семьи друг от друга получают от домашних животных через, ну и так далее, через предметы обихода и прочее. Значит, далее, допустим, так, сейчас мы с вами, я вам покажу, какие следующие снимки. Секунду, ой-ой-ой, что это тут у нас? А, ну вот, да, я про некоторые кратко скажу. Острицы самые распространенные. Если у ребенка или у вас ночью, как говорится, на подушку текут слюни, значит, у вас есть 100% острицы, ну и на 90% аскариды. Ну, по крайней мере, острицы 100% из 100. Зубами скребете, скрежещете, 100% они есть. Как раз они, человек сам себя заражает вторично, третично и так далее, потому что раз там 21 самки выходят из анального отверстия, откладывают яйца, и поэтому ребенок чешет, как говорится, все это расчесывает анальное отверстие. И вот под ногти яйца, на подушке, на матрасы, на пол, игрушки, и вот так далее все это передается. Это очень легко выводится. Паразит, и порой у маленького ребенка, буквально там 5-летнего, до 2 килограмм, бывает и такое, выходит, но это не у всех, разумеется, но бывает. И вот имейте в виду, если есть признаки такие, которые я сейчас скажу, например, слюноотделение, тошнота, снижение аппетита, так сказать, там, какое-нибудь расстройство стула, запоры или, наоборот, поносы, утомляемость постоянная, без всяких видимых причин, анализ дают, вроде все в порядке. Частые головные боли, головокружение, синева под глазами, повышенная какая-нибудь возбудимость, особенно ребенка, вот беспричинные, так сказать, и так. Это симптомы, в том числе наличие паразита. Не обязательно, что это так, бывают другие похожие, но это очень характерно и важно знать. Ну и чтобы избежать заражений, я скажу вам так, что нужно соблюдать не только очень серьезно личную гигиену, а вот аскариды, это, конечно, страшная, может быть, для кого-то картинки, эти, кстати, не фотошопные, а именно вот это кишечник, тут сердце, потому что аскариды, многие паразиты мигрируют в личиночных стадиях по всему организму. Некоторые спокойно раздвигают ткани и без крови проходят различные, а кто-то по кровеносным сосудам, по лимфатическим. Например, таксокары, личиночной стадии, на глазном не паразитируют часто, потому что там много бета-каротина, они им питаются и прочее. Я советую вам посмотреть мою лекцию о паразитах полную, в обязательном порядке. Нравится вам это, страшно, не страшно, противно, это жизненно важно. Но хочу вам только что сказать, что я приведу несколько примеров, что, как бы это сказать, средства, которые являются антипаразитарными. Начиная от семян чеснока, вернее, извините, семян этого, господи, укропа. Да, безусловно, для чеснока. Кто-то слышал методику Чингисхана, кто-то, так сказать, этот чеснок потребляет, глотать цельным или резанным на кусочки, подветренным, только не выжатым, потому что обжечь слизистую, чтобы не... Ну, это или, допустим, полынь, пижма, так сказать, вот с этим, как ее, так сказать... душистое растение такое, тройчатка, так называемая, по Семенову. В общем, все это, гвоздик, это, конечно, очень хорошо. Это может помочь, тыквенные семечки есть дополнительно как можно больше, хотя бы 7 подряд. Это хорошие средства антипаразитарные, но еще раз, давайте без выдумок, без фантазии, вот просто воспримите как истину. Вы этими средствами можете убрать только паразитов, которые в данный момент времени, я подчеркиваю, находятся в кишечнике. Те же средства, причем тут надо еще применять клизмы, чтобы это выходило, то есть магнезия, кружка эсмарка, понятно, да, что это такое? Если непонятно, вообще как очищение происходит, и как вы можете снизить температуру себе или ребенку, если у вас вдруг 39,6-40, моментально снизить температуру, ну, часа за полтора, за полчаса, за два часа, когда как, 100%, без всякой химии, это все то же самое, магнезия, кружка эсмарка. Если не знаете, надо сказать, потом напишите, я это расскажу в конце ответа на вопрос. Так вот, но это только из кишечника. А вот если вы хотите в личиночной стадии яйца паразитов, то помимо всех этих мер, тут уже нужны и серьезные препараты, типа лисичек, например, потому что в лисичках находится вещество хиноманоза, которое растворяет даже оболочки яиц гельминтов. Так, что касается, сейчас я вам покажу, вот, например, таксокара, да? Вот цикл, как поражение идет. Вот, предположим, трихинеллы, это тоже круглые черви, тут, конечно, это связано с мясом. Опять-таки природа нам говорит, вот эта вот свинина, в основном от диких животных, кто ест дичь. Вот эта природа нам как бы говорит, ну не ешьте то, что не положено. Что касается анкилостомы, то ей вообще все равно, что вы едите. Она просто, если босиком идти по России, иногда бывают они там, если личинки попадаются и попадут на кожу, то они могут вот такими кремниевыми мощными зубами прогрызть кожу и в кровеносные сосуды пойдет спокойно заражение. Это уже широкий лентец, бычий цепень, это все то, что... Это плоские черви, многочленниковые, так сказать, это заражение происходит и через рыб, и через тоже мясо, как в школе учили бычий цепень, так сказать, через разные, так сказать,
вот, животных, потребление их мяса, пищу, и через нарушение правил гигиены. Ну, в общем, не буду я дальше подробно обо всем этом говорить, потому что эта лекция 4,5 часа отдельная, да, по быстрым темпам. Я только лишь скажу, что как анкилостома есть один такой интересный паразит, шистосома, и вот кто купается в разных прудах, не пойми каких, где там все жарко, все гниет, туда еще, извините, кто-то испражняется, ну, я и животные в том числе, все проросло тиной камышами, то там часто вот через промежуточного хозяина, это улиток различных, они внедряются, также прогрызают кожу, и это второй паразит такого внешнего проникновения, где вообще не то, что иммунитет не имеет значения, но даже барьеры в виде желудочного сока, все-таки кислой среды и ферментов пепсина, который растворяет белки, а эти же животные тоже белковые происхождения, то в какой-то мере это барьер на пути инфекции даже некоторых паразитов. Но здесь, как говорится, никакого барьера вовсе нет. Так, ну хорошо, а я вам сейчас давайте скажу очень важную вещь про паразит. Давайте мы договоримся, закончим, потому что у вас есть возможность просто спокойно, совершенно бесплатно, в открытом доступе. У меня на канале в Ютубе, например, который вы легко найдете, набрав Фролов Юрий Андреевич, Ютуб, да, и все, ну, попадете. Либо в блоге у меня, посмотрите эти лекции, на которые я ссылался. И вопросов у вас в этом смысле, уверяю вас, вообще не останется. Ну, тем более, в конце каждой лекции я также отвечаю на вопросы, они, как правило, одни и те же, поэтому тут немножко успокойтесь, не переживайте. Есть методики лечения, они у меня тоже есть, разработанные, комплексные, и всего за месяц человек может спокойно избавиться от всех паразитов, не сдавая анализы даже, потому что, собственно говоря, эта методика, проверенная тысячелетиями, это комбинация грибных препаратов и трав, и некоторых, соответственно, очисток в этот период. И вот тогда всего лишь месяц. И я советую вообще каждому человеку проходить антипаразитарную чистку 2 раза в год. Но если вы очень аккуратный человек и соблюдаете жестко правила гигиены, но таких людей очень мало, очень мало. Даже вот у меня жена, хотя она, естественно, чистоплотная, она сама, кстати, биолог тоже. Но вот она, например, не соблюдает, я сам по рукам часто ей даю за это, потому что я очень нетерпимый в этом плане человек, и поэтому, ну как бы это сказать, я уверяю вас, что и вы, наверное, тоже такой, такие люди, а значит 2 раза. Ну а если вы идеально, так сказать, гигиену соблюдаете, то раз в год хотя бы в обязательном порядке все равно надо. Давайте я вам пару слов вот еще о чем, что хотел сказать, потому что я боюсь, что забуду, а это очень важный момент. Я очень не советую есть мучное. Дело в том, что, как бы это вам сказать, только 5-7% человеческого тела состоит из углеводов. Но с точки зрения того, что крахмала люди много потребляют, а это хлебобулочные, макароны всякие, там хлеб и даже бездрожжевой, неважно, тут ведь не в этом дело, а в том, что вареные крахмалы – это клей. А вот помните, кто-то в советское время, может быть, делал обои, клеили пшеничную муку и варили, либо крахмал, и, собственно, этим клеили обои. Вот вы также заклеиваете свою печень. Есть такой известный, к примеру, натуропат, был, он сейчас, конечно, умер, это Норман Окер. Вот вы почитайте, я очень советую его книги, и в частности, у него был цирроз печени, он себя довел до цирроза. Как он потом, естественно, понял, молекулами концентрированного крахмала, это еще в тот период времени, когда были экологически чистые продукты почти все. Значит, но тем не менее, вот поймите, что в теле нет ни одной частички собственного крахмала, мы не состоим из крахмала. Крахмал не растворяется в воде. Таким образом, это уже жидкостью он не может стать. Если крахмал попадает, то это он не просто в чистую сахарозу превращается, или там, соответственно, глюкозу, а затем может использовать. Там ведь он еще делает очень серьезные вещи. Он просто заклеивает клетки печени гепатоциты, вследствие которых часть клеток погибает, образуются как бы рубцы, и образуется фиброзная ткань. Это и есть как бы цирроз, предшественник цирроза. Вот. И это имейте в виду. Но, кстати, вы знаете, что, например, молекула крахмала не только в воде не растворяется, но даже в алкоголе. То есть вот имейте это в виду. Поэтому это вообще не человеческая пища. Как ввели в рацион питания бедные народы Крайнего Севера по дурости, когда им люди белые, что называется, с материка, стали приводить. Кстати, как все и разжирели, и ой, у них проблемы с печенью. Ну хорошо, ладно. Так вот, но не только. И камни в печень, и в почках, и в желчном пузыре, и так далее. И феномен так называемый нарушения свертываемости крови, имейте это в виду. Это все проблемы в том числе. А следствие, знаете, какие этих проблем? Например, варикозное расширение вен, тромбофлебит,
геморрой – это все следствие нарушения работы печени, когда к ней крови по нижним венам полым проходит достаточный поворотный, то есть сердце качает с определенным давлением, определенный объем за единицу времени, а подходит крови столько-то, а проходит уже меньше. И в нижних подводных венах возникает избыточное давление, а растет давление, вот вам клапаны не справляются, вот вам набухание сосудов, вот вам варикоз, а если уж там начались процессы характера такого застойного некротического, ну или предшественники этому, то есть, значит, некротическим процессом, это как раз попадание каких-то и развитие там инфекций в застойных местах всегда, как болото, то тогда это уже тромбофлебит, то есть когда идут уже, так сказать, активные процессы, различные, так сказать, попадания патогенной, как говорится, туда организмов, как правило, бактерий и грибков. Так, хорошо. Теперь давайте я вам скажу очень важный момент, который тоже боюсь упустить, поскольку обещал, а дальше мы перейдем к ответам на вопросы. Все-таки ведь надо как-то предохраняться от простудных заболеваний. Да, почему я про крахмал и сказал? В связи с этим как раз сказал, а не просто так. Если человек перестает потреблять вареные крахмалы, кто-то через 2 года, кто-то через год, если кто-то хорошо очищается даже раньше, человек перестает болеть простудными заболеваниями, особенно бронхитами, ну и более серьезными. Вот если человека, кто перешел на абсолютное сыроедение, а тем более, допустим, на фруктоедение, ну даже на сыроедение, и очистил свой организм, это может быть естественным путем дольше, 2 года, как у меня, например, было, или кто-то быстро, за 1/2 года применяя различные методы, а сначала антипаразитарные программы, потом поморицу печени, там очищение, потом там голодание погонян, предположим, да, предположим, но только после, категорически настаиваю, после антигелиминтной программы. Вот. А то, если есть, ну, представьте, есть паразиты, которые высасывают из вас питательные вещества или питаются печенью, кровью вашей, как, например, аскариды. Ну, как вы думаете, а вы и голодаете, а они не хотят голодать, так вы себя измотаете, некоторые сразу и обморок и прочее, не потому что голодание неправильно или плохо, потому что вы не знаете биологию, подошли к этому или забыли это, не учли, или диетологи это не учли, либо, так сказать, лекторы-натуропаты, это крайне важные вещи, которые надо учитывать. Ну, ладно. Так вот, крахмалы вызывают моментальный пищевой лейкоцитоз, это слизь, это обволакивание легких, это та причина, по которой в 19-18 веках умирали дети поголовно, не потому что слабая генетика, потому что вот от этой причины, когда начали пить молоко, кстати, это тоже как крахмал, вот вторая проблема простудных и прочих заболеваний, это молочные продукты, потому что там молочный белок, казеин, это клей. Казеиновый клей, столеры раньше хорошо знали, что это такое. И молоко-то не пили дети. Почитайте даже, вот кто-то опять начинает фантазировать, ну, почитайте, предположим, известного скульптора Каненкова в дневнике, мемуар, где он описывает, он прожил немного, там 94 года, ну, кстати, его один прадед 110 прожил, это было сплошь и рядом. Вот он описывал, мы, это было да, задолго до революции, после отмены крепостного права и чуть до, вот он говорит, жили зажиточно, коровы были, все работали, много братьев, сестер, все, но мы даже дети молока не пили, все купцам сдавали. Знаете, куда это молоко шло? Миллионами пудов на Руси. А ушло это на сгашенную известью с алебастром, на побелку, на противогорючие пропитки балок домов. Там есть у меня книги старинные, там четко прописано, как все это было. Я подробно на определенных лекциях это все поясняю. Но, тем не менее, стали пить молоко люди, да, очень активно, начиная с 18 века. И вот тогда пошло повальная детская смертность, как раз, когда рождалось 15-20 человек в семье, а умирало 5-10, у кого-то и больше. В год, 1/2 года это все как раз не потому, что простудили. Вы не простудите здорового человека. Вы могли бы простудить Порфирия Иванова, ну, я образно говорю, или нет. Так вот, это нормально. Ненормально как раз, что вы боитесь своих деток все закутывать. Шапочки, я ходил всю жизнь без шапок. В минус 40 ходил без шапок, без шарфиков. Я раньше болел, но как перестал потреблять вареные крахмалы, перешел на веганство полное, а потом на сыроедение, так вот у меня... А я раньше по 8 бронхитов, будучи подростком, за зиму было. Сейчас это невозможно. У меня горло болело так, что умереть хотелось. То есть это вот руку ножом проткнуть не так больно было бы, зубы сверлить не так больно. Уверяю вас, какая боль бывает в горло. Сейчас у меня этого нет уже многие годы. Хотя, как говорится, с возрастом, наоборот, все ухудшается, как мы знаем, из практики. Но не всегда, потому что на практике-то мы ничего в своей жизни не меняем, кроме пилюль и хирургов. А надо-то менять что? Первопричину, которая привела к проблемам всем.
И вот если устранить первопричину, то в большинстве случаев, даже без дополнительных мер, хотя не всегда, но бывает, что без дополнительных, мы проблемы решаем. Так вот, вот эти вареные крахмалы, это приводит к тому, что если вы их перестаете есть, хотя бы этот фактор уберите, что вы не сможете заболеть простудными бронхолегкими. Но если заболели, давайте посмотрим, что же делать. Ну, во-первых, есть народные, очень хорошие рецепты. Из них я скажу вам, например, такие. Вот смотрите, если вы возьмете, ну, скажем, и на водяной бане растопите 1 столовую ложку воска натурального пчелиного, добавите 3 столовые ложки измельченного прополиса, размешаете, и не снимая как бы с бани, вот такой, да, с бани, ну, как кастрюля в тазик горячий ставится водой, вот будет пар идет, накрываете голову и будете, или одеяло сверху, потом еще лучше, и вдыхать пары 15-20 минут будете. 2 раза в день, причем не надо выливать этот прополис, можно вторично, третично использовать, пока идут вот эти пары лечебные. Вообще прополис – целебная вещь, используется по многим, так сказать, направлениям. Например, ожог, сразу спиртовая настойка прополиса можно помазать, особенно 50%-ная. Велико помазали, это как клей. Кстати, прополис – обезболивающее прекрасное средство. Прыщики, какие-то ранки, инфекция не попадет уже. Что касается, ну, это, наверное, многие из вас слышали, но тем не менее скажу, например, снятие кашля, когда есть раздражение мокрота, при этом снятие воспаления можно, например, берется до полутора, ну, килограмм-полтора картофеля в кожуре, заливается водой, где-то на 2-3 пальца выше картофеля сваривается, потом, процеживая, надо добавить в отвар, 3-4-5 капель пихтового масла, имейте в виду, великолепная вещь, туда накрыть голову одеялом, дышать парами, пока не остынет. Вот это тоже очень хорошее средство. Что касается мокроты, у кого есть, у ребенка, например, то делается так. Значит, настой такой делаете. Берете поддорожник большой, ну, клевер, красный, а можно либо-либо, например, только поддорожник или только клевер, но обязательно, желательно все-таки медуницу, лекарственную фиалку, трехцветную и мать-мачеху пополам. Вот это сырье смешиваете, руками так вот разминаете, все это перемешали, и 2 столовых ложки сырья измельченного добавляете в пол-литра горячей воды, в термос ставите на 3-4 часа, и потом глотками в течение дня это пить. Ну, еще можно сказать, если это не найти, то корни первоцвета, можно 2 столовые ложки взять на пол-литра, также делать абсолютно в термосе, только не кипятите. Лечебные свойства, но часть теряются, а вот 70 градусов термос идеально. Вот если вы вообще видите, вам скажу просто систему, методику. Если вы видите какой-то хороший рецепт, и там написано кипятить, просто экспозицию, которую они рекомендуют, травники, на 2 умножайте, но не кипятить, а 70 градусов термос хороший. Вот и все. Так, значит, то, что при больше 70, там уже разрушаются и минералы, часть витаминов и так далее. Имейте это в виду. Значит, но если обструктивный бронхит, то есть мы уже говорим о более серьезных вещах, да, то тут, во-первых, категорически надо, физическая работа нужна. Значит, надо задерживать воздух, делать гимнастику в легких, то есть как бы, да, это имеете в виду. Как можно реже делать вдох, вот что имеется в виду. И чем труднее будет работа с задержкой воздуха, тем быстрее удастся избавиться от обструкции, то есть сужения, это имеете в виду. Плюс с прополисом, то, что я говорил, применяете в данном случае. Ну, а чаи, настойки. Есть ведь природные антибиотики прекрасные, например, эхиноцея, пурпурная, цветы календулы, ноготки, так называемые, побеги малины, лучше, конечно, дикой лесной, вот, зверобоя, березовых почек. И вот это все можно пополам взять, смешать, ну, можно эвкалипта, можно туда еще листья добавить. И 2 столовые ложки на пол-литра горячей воды также настаиваете, ну, где-то тут минут 40 достаточно. Хотя нет, как раз в данном случае лучше, знаете, как на ночь, часов на 12, и пить по полстакана. До еды обязательно. Ну вот, это что касается общих таких вот проблем с бронхитом, я просто хочу вот это вот как бы сказать. Да, и, наверное, еще, ну, что вам скажу. Давайте про насморк. Если есть такой серьезный насморк, хотя здесь, конечно, я рекомендую очищение кишечника, и в первом, втором случае тоже обязательно, вот о чем я говорил, про кружка эсмарка, магнезия, то помимо этого, вот если, например, я рекомендую нос вообще промывать, ноздри, вот таким составом природных антибиотиков. Берете эхиноцею, зверобой, опять-таки календула, ромашку аптечную, шалфей, эвкалипт, чистотел, чеснок, плоды можжевельника, побеги корня малины можно, тимьян,
березовые почки, анис, хотя бы 5-6 компонентов из того, что я сказал, и взять эту столовую ложку измельченного мелкого сырья и в стакане горячей воды настоять где-то час в термосе. Ну и потом это, соответственно, пить, значит, до еды, естественно. Ну вот, чеснок очень полезен. Да, я, конечно, вот скажу про чеснок, хрен и что еще? Чеснок, хрен и лук. Вот это природные антибиотики, не бойтесь это потреблять. Некоторые вот по аюрведе что-то там, сознание, или там это все глупости полные. Никакое мышление абстрактное и логическое и прочее ничего не уменьшается. Это все, так сказать, выдумки. Всегда славяне наш предкет применяли. И не пилюли, а именно это, в том числе знания, конечно, трав были, знания грибных препаратов. Я подчеркну о значимости грибных препаратов. Да, сейчас я переключусь, чтобы вы меня видели, а я забыл. А то видите картинку, она уже давно стоит. Ну, например, есть такой Опочкинский район, Ушкиногорский, вот, кстати, где у меня хозяйство, там эко-отель. Я сам вообще москвич, но мы с семьей переехали, правда, сейчас я из Москвы, потому что у меня была тут ярмарка, детские каникулы, мы наоборот приезжаем в Подмосковье к себе домой из Пушкинских гор. 2 года мы уже живем в Пушкинских горах, это Псковская область. Кстати, рекомендую, каждый уважающий себя человек, я считаю, обязательно должен в пушкинские места, в село Михайловское, Тригорское, Петровское приехать, ну, хотя бы раз в жизни. Хотя и природа там красивая, не только, как говорится, интеллектуальные достопримечательности, связанные с Пушкиным. Так вот, там есть несколько районов рядом расположенных, где была высочайшая численность долгожителей. До последних лет местные жители, а просто там старообрядческие деревни были, они хранили знания о природных дарах, и в том числе о грибе веселка. Так вот, сейчас только научно доказано, что на 10-й день приема гриба веселки останавливает рост раковых клеток. Хотя комбинация определенных грибов подавляет те или иные формы рака, но только я всегда говорю, товарищи дорогие, даже фунготерапевтам говорю, но применяйте не только какую-то одну меру, пусть даже очень сильную, комплекс мер. Вот тогда, если вы применяете систему, когда, помните, как со сном я вам говорил, когда мы учитываем даже мелкие факторы, а извините, вода – это не мелкие, а фитотерапия. А при этом самое главное изменение – питание. Вот если все мы это будем учитывать, то тогда мы с болезнью обязательно мы ее победим, понимаете? То есть у нас будут шансы в разы больше, чем если просто кто-то принимает какие-то определенные меры и только их, и больше ничего не имеет. Как врачи говорят, отрезают там что-то, и химию проходят люди, а есть все подряд можно. Или там, ну, только не жареное, а вареное. Это что такое? Это что такое? Это что попало, в себя кидает, что в машину даже все, что попало, не зальешь. Он на бензине работает, дизель будешь лить, так сказать, понятно, что будет. А мы в себя, у нас огромные резервы организма, и так жалко, что мы их так губим, гадим, безвозвратно, так себя убиваем, да, имейте это в виду. Так, ну, наверное, как раз у нас сейчас час прошел, и теперь полчасиком посвятим ответам на вопросы. Если захотите, я вам расскажу, как лечить суставы. Так, теперь давайте я сейчас одну секундочку Станиславу скажу. Да, Станислав, ну присылайте мне в скайп вопросы наших зрителей. Я, дорогие друзья, в чате сейчас не сижу, не смотрю. У меня там открыта другая вкладка. Вот. Я буду отвечать на ваши вопросы сейчас. Юрий Андреевич, да? Юрий Андреевич, давайте я вам зачитаю несколько вопросов. Тогда. Ну, давайте. Потом не получится, тогда буду присылать. Давайте. Ну, хочу поблагодарить, конечно, интересно, как всегда выступать, просто блестяще. Угу. Дорогие друзья, также не забудьте подписаться на наш канал. Будем выкладывать много интересных видео. Так что подписывайтесь. Так, ну, первый вопрос, он был на почте. Угу. К нам еще до эфира пришел. Какие меры предпринимать при начинающемся витилиго? Это я что-то... Я понял. Витилиго, и да. И какие причины этого заболевания? И каких заболеваниях? И какие причины этого заболевания? Ну вот я объясню. Витилиго, дорогие товарищи, это причина, по сути, это автоиммунное заболевание. Автоиммунное любое заболевание, суть его в чем? Что когда-то по какой-то причине клетки нашего организма, иммунные, те самые, о которых я говорил про реакцию антигена антител, начинают уничтожать наши свои собственные какие-то клетки. В результате, ну, например,
к примеру таких заболеваний отнесу сахарный диабет только не второго, а первого типа, это автоиммунные заболевания, когда наш организм уничтожает клетки, островки Лангерганса, бета-клетки так называемые, и развивается сахарный диабет первого типа. Кстати, он в основном и только от молока, творога и сыра, а не от того, что много сладкого человек ест. Ну, я примитивно говорю, это второй тип диабета. Кстати, я скоро сделаю видео, это будет такая бомба, конечно. Вот сейчас я про ожирение сделал видео, кто не смотрел, посмотрите, у него уже 180 тысяч просмотров, оно месяц как выложено там или чуть больше. А вот, и я думаю, что это тоже будет сотни тысяч, потому что я раскрою эту тему так, что любой из вас закроет для себя эту проблему. То есть не надо читать десятки книг. Не надо никого слушать, врачей я рекомендую это посмотреть, потому что там будет так сказано все, что вот человек посмотрит и поймет, как конкретно ему действовать в данной ситуации. Вот это, я считаю, разбор темы. Теперь, что касается витилиго, это тоже автоиммунное заболевание, как и ревматоидный артрит или там какой-нибудь муковисцидоз. Проблема с печенью. Это проблема печени, витилиго. Вот эти пятна, это вот на коже, это не проблема с кожей, это проблема глубже. А на коже, еще раз хочу сказать, проявляются лишь отголоски внутренних проблем всегда. Вот псориазные эридермиты, дерматиты и так далее, хотя часть этих проблем может быть связана с наличием паразитов, но это всегда вторичные грибковые поражения. Имейте в виду, у меня есть лекция по грибковым поражениям кожи и по грибкам вообще, посмотрите ее обязательно. Что же касается витилиго, я рекомендую здесь такую ситуацию. Во-первых, очищение печени глобальное. Начать вам надо с антипаразитарной программы 100%. Потому что, например, один из ее компонентов, да та же лисичка и трутовик лиственничный, эти препараты грибные, они мощные гепатопротекторные средства, восстанавливающие печень. Что еще является самым сильным гепатопротекторным средством? То есть первый месяц – это антипаразитар. Второй месяц – тут уже так. Надо потреблять, конечно, расторопшую, это самое сильное гепатопротекторное, то есть восстанавливающие клетки печени гепатоциты средства. Берете расторопшую, размалываете в кофемолке либо в мини-блендере, и по столовой ложке сверху 3 раза в день, если вы взрослый человек, не ребенок, конечно, по столовой ложке 3 раза в день до еды. А вот за сколько до еды зависит, какие вы еще будете препараты, либо травы, либо что-то принимать. Но это может быть даже за полчаса до еды, за 40 минут, за час, а может быть за 10 минут, но не короче, чем за 10 минут, да? Вы принимаете, запивая теплой водой 3 раза в день очень долго, более полугода. Кстати, при такой методике, применяя, конечно, и дополнительные меры, когда есть другая проблема с печенью, это поражение гепатитом, даже не то что А, Б, а даже С, он тоже лечится, и даже в ЦКБ ставили эксперименты, ну, так я говорю, когда они, конечно, своими препаратами и котлеты давали, но применяя расторопшую, правда, проростки, там другая методика, у меня есть такой мини-инфопродукт номер 1 в блоге, там вот рассказано, как это было сделано вот на примере ЦКБ. Дело в том, что, ну, я вот как сказал с семенами, так подойдет. Так вот, при равных прочих они добавили всего лишь этот фактор. Контрольной группе было 100% выздоровление впервые в истории медицины, официально зафиксировано от, при гепатите С, понимаете? Вот. Значит, так расторопше. Если мы говорим о препаратах кораллового клуба, к примеру, ну почему бы не сказать, у них много всякой гадости. Ну, нельзя так мне говорить, что я как бы тоже в коралловом клубе один из, так сказать, так. Но я говорю всегда как есть. Есть препараты совсем просто ненужные. А есть очень хорошие. Вот очень хороший в данном контексте это Fun Detox, который был разработан, ну, в Корее в свое время, так сказать, для высших партаппарата. Из трав исключительно, по древним рецептам. Вот он тоже является для печени очень полезным. Это Fun Detox, в виде чая можно его запаривать. И артишок. Но он еще и почки захватывает, то есть лечение определенных проблем, связанных с почками. Тут это порой иногда связанные вещи. Теперь, печень – это наш фильтр организма. Помните, это главная железа организма. Это более 300 химических реакций, биохимических, идет процессы именно в печени, благодаря печени. Жировой обмен ей контролируется и так далее. И так. Поэтому, что я вам хочу сказать, берегите ее. Да? То есть, естественно, никаких химических веществ. У кого есть витилиго, я очень рекомендую стараться потреблять органические продукты, пить соки свекольно-морковные, свекольно-морковно-сельдереевые, именно овощные соки, не фруктовые, как можно больше, картофельные можно, капустные, чередовать, смотреть реакции организма. Ни в коем случае не сочетайте сладкое с белками, например, с орехами, так скажем, несовместимые продукты. Очень подробные методики у меня есть, в том числе про витилиго, но вообще, да, это...
Знаете где? Это есть у меня тоже в блоге. Там такое по лечению болезни печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, методики. Но я вам еще скажу. Из пищи, как дополнительные в методику в питание, в режим, введите спирулину дикую во время еды по две, ну, по чайной ложке два раза в день. Салаты, зеленые коктейли. Пейте зеленые коктейли в блендерах сделанные, где желательно, чтобы были дикоросы, типа крапивы, сныти. По сезону молодые листья березы, например. Ну, естественно, любой укроп, петрушка, все подойдет. Очень хорошо подойдет шпинат. Шпинат, и вот если кто-то не сыроед, а веган, или там вегетарианец, или кто-то к этому стремится, ни в коем случае никогда не варите ни шпинат, ни щавель. Щавелевая кислота вот, переходит в неорганическую форму, и эти кристаллы, ну, как говорится, получите колоссальные проблемы. Также, кстати, как вот проблема еще одни с суставами, ну не с суставами, а вот подагра, знаете, такая, это болезнь богатых. То есть болезнь, когда у людей, кто ест, имел возможность много есть мяса, вот эти ураты натрия накапливаются, вызывая эти страшные боли и проблемы. И проходит так же легко, когда человек переходит на адекватное питание, растворяет постепенно за пару лет эти соли, накопленные в себе. Поэтому овощные соки в этом плане очень хороши, они активны, а еще важнее активная вода. И вода имеет свойство. Изучите эту тему, как я вам говорил, не буду повторяться. То есть важны и коэффициент пароводного натяжения, и прочие, так сказать, вот ОВП, и водородная вода. Это очень важная тема. Тут это вам поможет. Ну вот это про витилиго, а то просто дольше, но я не успею ответить на... Давайте дальше. Угу. Да, и еще. А снаружи, внешне... Крем веселка. Я советую мазаться кремом веселка. Вот, снаружи. Так я... Да. Так, следующий вопрос. Да, и давайте я скажу еще. Если, грубо говоря, то вот по фунготерапии можете посмотреть, если хотите, у меня это там есть, ну и... Ой, у нас есть эти препараты. Я скажу, я долго не успею, но вкратце, что вам нужны препараты такие. Веселка, шитаки... И все-таки тут сначала кардицепс. Это второй и третий месяц после первого курса антипаразитарной программы. А свечи, веселка очень будет хорошо на ночь ректально, раз в 3 дня тоже дополнительно. А крем-веселка, все места, которые изменения пигментации, чередуйте, знаете, как 2 недели крем-веселка, а 2 недели крем мухомор. Пробуйте так. Да, слушаю дальше. Ага. Юрий Андреевич, скажите, можно ли пить воду сразу... перед едой, во время еды или сразу после еды? Я считаю этот вопрос наиважнейшим для того, чтобы быть здоровым. Я с вами согласен. Мне подались разные точки зрения на этот вопрос. Сам я пришел к выводу, что есть и пить надо строго раздельно. Хотелось бы узнать ваше мнение. Категорически согласен. Более того, пить можно не позднее, чем... Еще важно, что за еду вы едите. Если вы едите сыроедные... какие-нибудь дегидрированные хлебцы, вот эти сыроедные, да, то тогда вы можете смело запивать их водой. Потому что вода необходима, чтобы, скажем, они хорошенько набухли, переварились. Тут проблемы нет. Ну, умеренно. Буквально глоточками, а не из бутылки или из стакана. А что касается вообще пищи любой, то согласен, до еды надо максимум, самое ближнее – это 10 минут. То есть вот 20-30 минут до еды, 10 минут не позднее. После еды можно есть через пить через час. Если пища сильно белковая, вареная, то через 1,5 часа. Но воды должно быть 25-30 грамм на килограмм массы тела в день. Летом больше даже может быть, если жара. Если вы сыроед, то это может быть гораздо меньше, в 2-3 раза. Насиловать себя тоже не надо водой. Но вот уж точно, что вода должна быть такая, какая... у нас в клетке по своим физико-химическим свойствам. Потому что если мы будем поставлять воду другую по свойствам, то она все равно меняться будет обязательно, иначе биохимические процессы не могут идти нормально. Но и меняться-то она будет за счет чего? За счет резервов организма, энергетических и прочих. Вот это имейте в виду. Да, дальше. Так, следующий вопрос. А относятся ли грибы... к нашему видовому питанию? Значит, не совсем так. И да, и нет. Дело в том, что вы имеете в виду базидиальные, высшие грибы. То есть да. Там лисички, да, там белые грибы. То есть я вам скажу так, дорогие друзья. Значит, славяне, наши предки, ну и вообще древние народы все знали, когда к природе были ближе, и ведическая культура все-таки была везде,
это было естественно, мы были частью этого мира, знали его, осознавали себя как часть и знали о многих свойствах, которые сейчас потеряли. И вот грибы наши предки использовали как лекарство. А, значит, какой они... Это целый мир, который я тоже когда-то не знал, не изучая это, что это действительно лекарство. Но хочу вам сразу наперед сказать. Стоит обработать термические грибы выше 30, не то что там 100 градусов, 70, выше 38. Например, такие вещества, как лентинан, полисахарид, который находится, например, в шиитаке, или вещество тоже хиноманоза в лисичках, лечебные, они разрушаются уже при 38 градусах. Поэтому они должны быть, конечно, сырыми, можно сушить в дегидраторах, но это там тоже при долгой сушке распадаются. То есть в лабораторных условиях там идут вакуумные так называемые дегидраторы, и тогда ведь действующее вещество в полном объеме лечебных качеств сохраняется идеально. Можно сушить природными естественными способами, но там нет концентрированного вещества, нужно знать дозы. Причем это нюанс, это я отдельно лекции читаю на эти темы. Но скажу вам так, что если мы говорим о некоторых видах грибах как питании, то я согласен вот с чем. Например, белые грибы. Мало кто знает, что даже витамин D3, тот самый, который усваивается уже, то есть там даже ультрафиолет не нужен, да? Значит, вы можете смело растирать, то есть сушить при 30-35 в дегидраторах, сушить их, растирая в порошок, например, добавляя в салаты или как-то отдельно. А кто варит, ну, пожалуйста, варите, там уже будет мало полезных веществ, только вкус, но кто-то и варит, он какой-нибудь чечевичный суп вкусный очень с грибами, так сказать, с чечевицей, там, с чем-нибудь таким вот. Это понятно. Кто на что уже способен? Но, действительно, вот такие грибы, как шампиньоны, так сказать, белые грибы, дождевики можно есть вполне. Любые грибы можно есть сырыми. Любые. Даже я не буду сейчас, кто-то скажет, вот мухоморы. Вы думаете, знаете, какие там уникальные лечебные вещества, и онкологию лечат, и, кстати, суставные проблемы и так далее. Но и многие проблемы преувеличены. Более 20 видов мухоморов, там совершенно они, так сказать, безвредны. И вот эти вот, например, ножки можно есть сырыми, очистив, спокойно. Но это не то, что надо прям делать и бежать есть, нет. Но вот, кстати, настойки на мухоморах спиртовые, ну, водочные там спиртовые нельзя. А для суставов вместе со строчковыми настойками, ну, чередуя то одни, то другие, по две недели, давайте уже доскажу, это великолепное средство против артритов, артрозов, разрушения суставов. А если строчковую настойку водочную туда добавить, еще настоять недели 2-3, где-то процентов 30 от массы, от объема литража добавить в эту 50-процентную настойку, например, корни сушеные, нарубленные сабельника болотного, то тогда это даже и от абсолютно научно доказано, идет регенерация суставной жидкости. Кстати говоря, о препаратах, например, кораллового клуба, ну, к примеру, есть такой уникальный продукт, это билурон, би-лурон. Так вот он для ветеринарии был сделан, потому что кто бы пропустил такой препарат для лечения людей, а для коневодов пошло. Так вот он дорогой, кстати, он реально рабочий. И вот он создан для восстановления хрящевой ткани. Великолепно применяется людьми, результаты прекрасны. А если это скомбинировать, то гарантированно проблемы с суставами вы излечите. А что касается мухоморной настойки спиртовой, ну, водочной и строчковой, то просто, например, две недели мажутся суставы, например, коленный, 2-3 раза в день, вечером лучше двойной, этот, как коленный сустав растерли, прошло минут, ну, так, допустим, там, 10, и еще натерли. А можно, например, так, ватные такие вот эти, есть такие, как они там, кружочки такие, ну, как они там, пластиночки, вот намочили, положили, как аппликацию, пергаментом и шарфом там каким-нибудь, что-нибудь в тепле, полчаса, потом снимаете, протерли еще раз, подсохло, а потом наносите крем-мухомор, втираете дважды подряд, там, один раз втерли, второй. И вот две недели так, а две недели то же самое, но только настойка мухоморная. Ну и вот, все это великолепное средство, когда даже помогают при тяжелых формах суставных проблем. Так, дальше. Угу. Можно ли фукусом или грибными препаратами исцелить ВИЧ инфицированного ребенка от рождения? Дело в том, что до определенного возраста не рекомендуется потреблять грибные препараты, потому не де-факто, правда, де-юре, что они не прошли, ну, скажем так, апробации, проверки как лекарственные средства
потому что это очень дорого и долго. Система это сделать, к сожалению, позволяет только на государственном уровне. А уж, извините, государство этим не занимается, к сожалению. Поэтому, ну, а фармкомпании, как вы понимаете, им нужно из нефти делать химические препараты. Это гораздо дешевле, это контроль, потому что обычный человек это не сделает. Сами понимаете, почему. Ну, кто недалекий человек, я пояснил сейчас, почему. А то ведь есть и такие. Я надеюсь, среди наших зрителей таких точно нет. Значит, так вот, главный вопрос ведь какой был, напомните, а то я увлекся. Первый. Про препараты что-то там. О том, что фокус может помочь. Понял, про ВИЧ. ВИЧ, про ВИЧ решила, я вспомнил. Значит, дело в том, что, смотрите, ВИЧ, это нужно укреплять иммунную систему. По-любому, как ни крути. Вот тут как раз грибные препараты очень хорошо помогут. Комбинация водорастворимая обязательно только. Категорически шитаки, веселки и, предположим, там кардицепса. Вначале там надо смотреть индивидуально, какие есть еще проблемы и так далее. Можно, конечно, это индивидуально подобрать точнее. Плюс обязательно определенные травы, иммуностимулирующие, укрепляющие. Обязательно питание, спирулина, сок проростков пшеницы. Проращивать мак, кунжут в обязательном порядке потреблять как проростки. Можно их жевать долго или, смотря какой возраст ребенка, ну, будет, не будет это делать осознанно, или в блендере измельчить да, и принимать это есть. Но все жуйте долго. Вообще жевать надо долго, обрабатывать соленые амилазы и все, любые продукты долго. И фокус в обязательном порядке, потому что фокус содержит вот этот, ну, я поясню, кто не понимает, речь идет не про просто название в интернете, а только про наш фокус. Не потому что он наш, потому что как доктор наук Сова, наш коллега, вот он, ну, вот у меня есть видео, посмотрите, найдите у меня, из Наукограда пущено, из Академгородка, мы с лабораторией делали сюжет. Значит, вот это то, над чем 40 лет, даже больше, билась мировая наука в этом узкий круг специалистов, потому что морская вода содержит минералы точно в том же составе, пропорции, как плазма крови человека. Некий тут даже мистицизм есть, да, такой. Но минералы в воде неорганические. Организм человека, как и любого животного, может усвоить только в органической, хилатной, водорастворимой форме минералы. А они есть только в живых растениях, пока вы их не сварили. Сварили, забудьте о минералах. После 70 градусов в осадок, после 65 выпадают, как в воде кипяченой, да? Да. А что вы думаете, в капусте вареной они не выпадут в осадок? Так что вот так. Поэтому не получалось создать этого препарата, а просто поедая водоросли и клетчатка, это настолько сложная по своему составу, структуре, оболочкам, и что у нас вообще-то нет ферментной базы, чтобы их растворять. Поэтому то, что вы едите ламинарию, фокус, это все так, ВКМ для баловства вкусовых рецепторов, но не для пользы. А что касается пользы, то это чудо, это практически панацея, потому что в организме человек впервые, может быть, за десятки лет начинает получать те минералы, в которых десятки лет был дефицит. И происходит просто чудеса на глазах. Фокус – это минимум, это мало Нобелевскую премию дадут, но хрен что дадут. Но зато вот представьте такой факт, что даже в Англии ввели госчиновника новую должность, который следит, контролирует закупки вот этого самого фокуса нашего для клиник Великобритании по болезням ЖКТ. Представьте, что это такое, что это вообще значит. Но значит то, что другое, что наши люди, простые люди, потребляя это, говорят, и вот коробками берут фокус, 15 банок там коробка, и бабушки, и прочее, потому что результат налицо и очень быстрый, фантастический результат. Поэтому для укрепления иммунитета, при любых проблемах с суставами, с нехваткой и недостатком минералов, а это все при беременности, говорит, можно? Я поражаюсь такому вопросу. Жизненно важно, а не можно. Где найти в продуктах, даже если они органические, полный состав минеральный? Даже если вы десятки продуктов едите, это почти невозможно. Высосано уже из почвы все давно. Ну, я имею в виду микро, особенно такие элементы, как литий, кремний, жизненно важные. И вот если организм испытывает дефицит, он пытается заместить какими-то другими. Возникают проблемы. В первую очередь летит гормональная система организма, и в первую очередь щитовидка, ну, и не только. Вот, ну ладно, я увлекся опять-таки, да, давайте дальше. Угу. То есть можно, ВИЧ можно, и иммунитет надо укреплять. Поэтому грибные препараты, травы, питание, ликвидировать дефицит минералов, витаминов, жирных кислот, аминокислот, поскольку, может быть, кишечная микрофлора еще неадекватно работает. Вот всех питательных необходимых компонентов можно. Обычно я это рассказываю, ну, от индивидуальных проблем клиентам на индивидуальных консультациях. Я их сейчас провожу не так часто, но вот у меня в блоге, ufralov.blog, можете посмотреть, может быть, я еще и
буду их проводить, кого уж совсем захотите, когда совсем важно, ну, тогда можете обратиться, там, прочтите, как все это записаться. А так, вот, например, у меня есть мини-инф продукт номер 17, там вот по питанию я все эти нюансы как раз объясняю, вот эти нюансы при болезни, когда особенно иммунная система ослаблена, вот там надо учитывать эти факторы. Тогда мы их учтем, иммунитет будет крепче, постепенно восстановятся системы, органы, ткани и так далее, и организм будет справляться с инфекциями, конечно, при равных прочих вирусы. Вот я говорю еще раз, только укреплением иммунитета, но это такое образное понятие, укрепление иммунитета, оно, я мог бы расшифровать, но я уже, в принципе, расшифровал, просто более подробно, но на это времени нет. То есть это вот ликвидирование дефицита всех питательных веществ, это специальные вещества, например, вот полисахарид лейтенант, грибок, да, шиитаке, он заставляет иммунную систему работать так, что, во-первых, более обученные и в большем количестве те же макрофаги синтезируются организмом, а на мембранах вот этих макрофагах фермент перфорин в большем количестве начинает синтезироваться. А что он делает? Он, когда подходит макрофаг к раковой клетке, например, ну, он ее начинает лизировать этим ферментом, то есть растворять внешние оболочки. Лопается оболочка раковой клетки, цитоплазма со всем содержимым вытекает, раковая клетка погибает. Так каждый день, и только так, никак иначе, у каждого человека идет борьба с раковыми клетками. Ну, лет с 20, а вот сейчас и раньше, фермент перфорина все меньше и меньше. А иммунитет ослаблен. А вот это и генетика, нарушенная поколениями бабушек, дедушек, которые пили, курили, дебилы. Это и, так сказать, десятки факторов новых, которые в последние годы на нас свалились в плане экологии и прочего. Это и наше страшное питание рафинированными продуктами, содержащими химию и прочее. То есть это вот десятки факторов. Поэтому мы можем изменить, конечно, это. Каждый, ну, выращивать что-то самим, кто имеет возможность, брать у тех, кого вы доверяете, нормальным экофермерам, там, продукты, вот, например, там, и так далее. Ну, и, естественно, вот те нюансы, про которые я рассказывал, обязательно при таких серьезных заболеваниях, конечно, и фунги, и фитотерапия будет в помощь однозначно. Да, дальше. Юрий Андреевич, усваиваются ли растительные сыроедные масла, и есть ли в них какая-то польза и питательная ценность? Есть ли смысл эмульгировать масла лимонным соком? Полезно ли употреблять сырые яичные желтки, и можно ли их добавлять в гречку? Значит, быстренько, блиц. Значит, яичные желтки только в том случае, если вы... С точки зрения биохимии вреда не будет, с точки зрения только этическо-нравственных моментов, потому что это не веганский продукт, белки категорически нет. Будет реакция антиген-антитела, самое что ни на есть. Почему? Говорит, аллергия, яиц много съел, аллергия. Аллерген-антиген – это одно и то же. Если у вас какая-нибудь на полынь, или на что-то аллергия, на травы, на пыль, то это аллергия на белки. Но если вы перестанете есть, минимум 2 года не будете есть, ну или максимум 2 года не будете есть животные продукты никакие, и еще очищение организма полное пройдете, то тогда у вас аллергии пропадут автоматически. А что касается вот вопроса другого вашего, то что вот, значит, смешивать и как бы... Ну, так-то можно смешивать, там никакого противоречия нет с гречкой, яичные желтки в этом смысле. Уж лучше тогда перепелиные, как более ценные по составу, и сальмонеллу не подцепите, а белки категорически нет. А что касается первого вашего вопроса, а какой там первый был? У меня уже прям, я думаю сразу о десятках вещей, поэтому просто с мысли сбился. Ага. Вопрос был про масла. Все. Я все вспомнил, просто зацепка мне нужна была. Конечно, значит, что касается масла живые, то есть сыродавленные, это вещь неплохая. Я согласен с тем, что лучше это не потреблять, но это только тогда, когда у человека идеально отлажены все обменные процессы, он может только на живой растительной пище есть и прекрасно себя чувствовать, и быть здоровым, да. Но, например, возьмем органовое масло. Витамин Е в гамма-модификации, которого 800 раз больше даже, чем в оливковом, это мощнейший антиоксидант, это очень полезное средство при болезнях, например, даже онкологических. Можно есть, пить до еды, отдельно масла принимать, тоже в этом есть определенный смысл. Но если вы в салаты добавляете масла, ничего здесь страшного нет, помните ли, что это жиры, а жиры – это одна молекула, не два, насколько, не на две, как... Углеводы расщепляют на 2 молекулы АТФ, расщепляют на 36. И это в плане калорийности, это очень калорийная пища, и поэтому может быть излишний вес, если у вас постоянные салаты с авокадо, ну, к примеру, которые тоже жирными, да еще и масла добавляете. Ну, просто это надо учитывать. Так,
ничего страшного. И даже более того скажу, тоже льняное, кунжутное масло, где омега-3 жирных кислот больше, чем омега-6, и это идеальная пропорция, там это никаких проблем нет, на Руси всегда это потребляли, в каких регионах что растет, то есть конопляное, кунжутное на втором месте по соотношению правильному, ну не считая, конечно, органовых, очень полезно конопляное, амарантовое, черного тмина, как добавки иногда, так сказать, ну не как на постоянной основе. А льняное, кунжутное можно на постоянной, органовую, как есть возможность, кедровое иногда, потому что это тоже очень полезное масло. Ну вот, вкратце так. Угу. Эмульгировать не надо, эмульгировать не надо. Да, дальше. Угу. Следующий вопрос. Мне не нравится есть отдельно топленое сливочное масло, но в кашах мне оно очень нравится. Полезно ли топленое масло? Нет, я понимаю, что люди начитались аюрведы, что там написано, хотя я вообще не уверен, и даже, знаете, очень опытные аюрведисты, кто там с ведами не слышал от кого-то на лекциях, типа от Тарсунова, а сам читал, причем изучал серьезно и про молоко, про этот бред там мне показывали. То есть, короче, как вы знаете, как в Евангелиях много чего за сотни лет изменили, так и в ведах много чего изменили. Это неестественный продукт, поймите. Никакого масла сливочного в природе нет. А то, что берут, доют корову, а хотя это молоко должен пить теленок только в определенный период времени, это поймите, это природная логика. Мы опять-таки идем против природы. И как бы мы ни обосновывали благостью там какой-то на Луну, ночью там, ну не надо, давайте быть разумными людьми. И поэтому я вам скажу так, что не надо никакое топленое масло. Уж если масла, то действительно растительные отжатые, или если даже без масел, то просто жиросодержащие различные продукты, такие как кокос, авокадо, орехи, они содержат масло, то есть омега-3 жирные кислоты, семечки, проростки. Великолепно. Ничего страшного, если масла. Ну зачем топленое? Что в нем хорошего? Ничего нет хорошего. Не стоит. Уверяю вас, не стоит. Угу. Следующий вопрос. Так, тут может, кто-то не понял или не сначала присутствовал. Такой вопрос. Можно коротко еще раз о самом главном? Укрепление иммунитета осенью, зимой на всех типах питания. Вы пересмотрите обязательно лекцию, она будет в записи еще раз. Но я вам кратко скажу. Во-первых, добавляйте в салаты, в ту еду, которую вы едите, только не жареные, а, естественно, чеснок, натуральный лук, лук с тем же маслом, с льняным. Чуть-чуть можно, если посолить, но солить гималайская, любая каменная соль, только не поваренная, допустим, с маслом. Вот это прекрасно. Шиповник, боярышник, ягоды годжи. Запаривайте вместе со зверобоем на ночь, на 12 часов. Ставьте это, пейте в течение дня. Те процедуры очищения магнезии, кружка эсмарха, если мы сейчас уже время поджимает, не успели, но у меня есть такая лекция «Пищеварение, запятая, очищение». Найдете ее, и где-то в конце этой лекции, тоже в ответах, по-моему, на вопрос, я подробно объясняю эту схему, как правильно очищать свой организм. Если у вас вдруг 40 или 39 и 6, то вот моя старшая дочь подхватила как-то в школе вирус, там весь класс полег, 39,6 пришла домой, да, из школы. Я сделал эту процедуру, и у нее было 36,6 через полтора часа. Ну, я там еще грибные препараты добавлял потом там ей, то есть как бы она день, а младшая вообще не заболела. Потому что она, в отличие от старшей, практически в своей жизни никогда не ела животных продуктов, так называемых продуктов, если вообще можно назвать. Это страшное для разума человека, если он разум свой откроет и совесть свою. Трупы животных есть, Господи. Это безумие. А то, что вы привыкли, только давайте так, то привычку не выдавайте за естественность. И говорят, организм просит. Не организм просит, а просит, как у наркомана, потому что, потребляя мясо, морфины образуются в мозгу, как героиновый наркоман, алкогольный. Это все то же самое, поэтому не просит организм. Ну как он может спросить, если это не нужно организму человека? Если он без этого прекрасно живет, а с этим ему кажется, что он живет прекрасно или живет прекрасно до поры до времени, а потом не понимает, почему безвозвратно упустил он время, данное человеку на долгие годы, как минимум лет 150. Ну хорошо, дальше, да. Угу. Да, и я, конечно, чеснок, хрен, обязательно. Значит, плюс те процедуры, то есть те методики, если это простудные, что я сказал выше, вы, вероятно, не слышали, но пересмотрите. Вот, да, дальше. Угу. Есть ли возможность вылечить болезнь Бехтерева? Это сложнее. Вы знаете, это очень сложная тема, и это вообще, я вам скажу, общий принцип вот какой.
пока человек жив и идут обменные процессы, и кровь течет, возможно все. Но сложнее или легче? Это сложная проблема, но это тоже возможно. Знаете, это отдельная тема. Тут надо разбираться индивидуально с человеком, потому что надо задать очень много вопросов, наводящих с детства буквально начиная, и только тогда понять. Поэтому, извините, сейчас я на этот вопрос не могу ответить однозначно. Но да, скажу, это возможно. Да, дальше. Так, коротенький вопрос тоже. Вы сказали, что чистка печени делается после чистки от паразитов. Это верно? Абсолютно так, и только так. Не делайте наоборот. Могут быть проблемы. А потом люди начинают клеветать на сыроедение, веганство, говорят, что это все ерунда, мне стало хуже. Это стало хуже, потому что человек сделал ошибки, те или иные. И вот эти одни из ошибок. Кого-то пронесет, ну, в смысле, все нормально будет, а другой у человека будут проблемы. Часто по причине наличия паразитов. Посмотрите мою лекцию в открытом доступе про печень, и вы там поймете, и про паразитов тоже. Да, угу. Дальше. Ребенку почти 2 года... периодически хрипит носом во сне. 2 года. Дети заражаются паразитами и грудные. С грудными все очень сложно. 2 года уже проще, но можно пробовать. Девушка пишет подозрение на аденомы. Расширяются, насморк как... такого нету, чем поддерживать. Можно промывать, пробовать тем раствором трав, который я говорил, но вообще я вам скажу так. Вот эта морская вода брызгать, так сказать. Пока... Это надо сразу говорить девушке и о питании, грудью кормят, не кормят. Ну, допустим, кормят хорошо, не кормят, уже перешли на искусственные смеси, а понятно, почему, так сказать. А вообще, когда уже начнете переводить на питание такое более привычное, старайтесь все-таки, чтобы это было веганское сыроедное питание. И соки уже разведенные, например, морковные, можно пополам с водой впить, вполне давать. Да его и раньше можно, на более ранних сроках развития ребенка давать, вот разведенный пополам с водой. Поэтому общие лекции мои посмотрите, вы там много для себя найдете. Через молоко же могут яды, токсины передаваться материнские. И при неправильном питании матери через молоко идут эти токсичные вещества, которые вызывают пищевой лейкоцитоз, в том числе ребенка. А уж если вы ему даете в прикорм мясо, то удивляться тут нечему, сплошняком. Вон, мои дети никогда этим не болели ничем, а у той же моей жены родной брат есть, у него дети болеют постоянно круглый год, как у большинства детей. И это понятно по причине питания. Сначала неправильно у матери, недополучили дети питательных веществ через молоко матери, пища, которую они едят, тоже не обеспечивает всем необходимым питательными веществами. Поэтому разведенный сок проростка пшеницы тоже можно уже давать по чуть-чуть. Пробуйте новый продукт, вводите по капельке, чтобы реакции организма были нормальные, адекватные, обменные процессы перестроились на потребление уже нормальной пищи. То есть вот таким образом. Очищать же... клизмы уже тоже можно в этом возрасте делать. Да, но просто непонятно, не с магнезией кружка эсмарх, а просто небольшие клизмочки. Немножко с подсоленной водой и немного с, можно лимонного сока туда. Да, слушаю дальше. Можно ли убрать фибромиому матки 4-5 недель? Неважно, сколько недель. Размер ну, важен, но дольше просто. Однозначно можно. Однозначно можно. Значит, кисты, миомы, фибромы, фибромиомы, так сказать, и так далее, это все лечится. Но бывает такое, потому что, ну, это долго объяснять почему, но, в общем, бывает доброкачественная опухоль, лечится дольше злокачественных. Вот я вам так. А знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что злокачественная опухоль от доброкачественной, я, только пусть специалисты не придираются, я применимо к тому сейчас это скажу, чтобы вы логику поняли, отличаются тем друг от друга, хотя не только этим, но вот. В данном аспекте, что доброкачественные к ним еще кровеносные сосуды не подходят, как правило, или очень слабо развитая сеть. Но как начинает прорастать сосуды, начинается онкология. И поэтому, но по сосудам и обратно есть эффект. Легче доходят питательные вещества, ну и легче какие? Лечебные. Вот поэтому бывает, что онкология лечится быстрее. То есть рассчитывайте от полугода до года. Но это лечится, можете обратиться или там написать... У меня есть методики, инфопродукты такие есть, но там нет прогребные препараты. Это очень важно, фунготерапию, фитотерапию. И, конечно, менять питание, как же это сделать? Очень много у меня еще планов, которые вот я хотел сделать, лекции, но я не успеваю из-за нехватки времени. Но пока я это разбираю на индивидуальных консультациях. Пока, к сожалению, я очень много в открытом доступе, у меня около 100 лекций. Но эти еще вот конкретно нет. Но правда, я могу вам так сказать... Говорю я вот это или нет, в грибковых, по лекции, по грибам, по лечению грибковых поражений. Там, если я говорю, если вы найдете, то там та же методика используется, что при лечении гриба ботритис, это серая плесень.
Вот. А так сейчас я просто не успею подробно все рассказать. Да, дальше. Угу. Что делать? Пониженное давление, особенно летом, в жару. От физических нагрузок или в жару летом лицо становится багряно-красным, красного цвета, и приобретает нормальный цвет только через 1-2 часа отдыха. Что это может быть? О, это может быть... Во-первых, сдайте анализы крови биохимические. Возможно, у вас снижено железо и низкий гемоглобин. Это, скорее всего, связано с паразитами. Но, в частности, тем более тут есть несколько уже факторов, которые могут об этом говорить. Могут быть лямблии. Пройдите антипаразитарку, пейте в сок годжи, ну или, по крайней мере, запаривайте боярышник, вот что там, барбарис и вот, шиповник хотя бы. Пророщенная гречка, кунжут, пророщенный в хороших количествах. Овощные соки, морковно-свекольные, кстати, достаточно будет даже по 2 стакана в день. Переходите на живое питание, хотя бы 30%, но не более вареной пищи в день. Если это вареная, то это овощи на пару, гречка, но не более того. Значит, ну, вот эти супы с чечевицей еще можно, какие-то с грибами, там, да, для вкуса. Ну, так, чтобы совсем не в моготу, если вам будет. Вот. И дальше, после обследования, можно более точно сказать. Но сейчас общие данные вот такие. Это будет порой, может быть, и этого будет достаточно вполне. Ну, и давайте, наверное, да, физическая работа, необходимо, давление будет повышаться. А нормализует давление, причем снижает повышенное и повышает пониженное, прием гриба шиитаки. А гриб-веселка тоже нормализует давление, в том числе и кардицепс. Вообще при лечении сердечно-сосудистых заболеваний используют такую комбинацию, как правило, особенно после инфарктов, перенесенных инсультов. Например, грипп, шиитаки, кардицепсы и рейши. Нормализуется давление, укрепляется сердечно-сосудистая система. Для укрепления стенных сосудов я рекомендую применять пикногенол. Вещество – это экстракт косточек винограда. Натуральные, если сырые они есть, фирмы продают, можно такие. Нет, препараты из листа красного, листа винограда или виноградный сок, масло виноградных косточек, наряду с тем, что вот семена проростки кунжута, амаранта, вот это я тоже рекомендую. Ну, а дальше это надо индивидуально, если что-то, потому что бывает же как, у человека не одна проблема, а несколько. И тогда нужно анализировать, для этого надо быть хорошим аналитиком, что в данном случае комбинировать из грибов, трав и продуктов и так далее. Ну и последний, дайте вопрос уже и все. А озоспермия, отсутствие сперматозоидов, можно ли как это вылечить, заболевание? Какие инфопродукты для этого подходят? Так, ну вот это уже вопрос, который требует некоторых пояснений. Я только лишь скажу, ну чтобы мне как бы это более адекватно, так сказать, просто и адекватно в этом сказать, чтобы... Значит, вот я... Есть такой фильм интересный в сети, в Ютубе, у меня на канале есть, про то, как один американский... А вообще это беда американского общества, при том макдональдском питании, ну там, скажем так, толстые люди с проблемами эндокринными. Вот, и, значит, там провел он такой на себе эксперимент, 60 что ли, дней или 90 был на сыроедном питании. И вот у него в этот период, а было очень низкое содержание сперматозоидов, их активности, вот я к тому, повысилось многократно, и проблемы прошли. Потому что... Если есть более существенные, пусть они еще скрытые, вы их не знаете, проблемы с организмом, то функции размножения не главные. И эта проблема не только размножения, а еще и качество сперматозоидов, оно, как бы так сказать, организмом считается второстепенным. Не на последней, конечно, ступени, но второстепенным. И поэтому здесь необходимо очищение организма, здесь необходим переход, желательно сыроедение, свежевыжатые соки. И это, безусловно, проблема лечится. То есть, потому что первичная информация, она всегда идеальна. Вот эта матрица, голограмма, то есть человек, как говорит, по образу и подобию, вот это образ и подобие, это информация, она идеальна и первична у каждого, и она, пока человек жив, есть. И мы можем только скопировать оттуда, помочь организму скопировать эту информацию для новых строящихся клеток. Понимаете, в чем вот этот смысл? Это очень глубокая тема, я ее раскрывать, ну, я ее и не раскрыл, но коснулся, да, потому что это долгий вопрос. Вот, то есть, возможно, скажу так. Ну что ж, дорогие друзья, бежать уже не надо. Всего вам самого лучшего. Я надеюсь, была очень у нас продуктивная сегодняшняя встреча. Будет вам полезно. Пишите пару слов. Я вам благодарен за то, что вы неравнодушны к своему здоровью. Вы разумные, значит, люди. Вы на правильном пути. И я надеюсь, что вы мне благодарны за то, что я вам
на что-то глаза открыл, помог, что-то важное сказал, нужное. Вот, и пару слов, пожалуйста, напишите об этом. Мы встретимся с вами на этой конференции уже по другим тематическим лекциям. Ну, а на этом хочу с вами попрощаться, пожелать вам крепкого здоровья, здравомыслия и до новых встреч. Всего вам самого лучшего.